люди не пускают никого. Они уже в последнее время не пускают даже ни водоканал, никого не пускают без присутствия меня. Ну, это я приучила, к сожалению, может быть. Ну, я посмотрела. Через меня проходят все корешки. Я уговорила людей, большинству, почти 90%, ну не 80%, они подали на субсидии. Этой субсидии вполне хватает на оплату, нормально люди могут платить. Но просто не на то они бьют. Зачем тратить бюджетные деньги, когда люди, извините меня, вот я проверяю газовые эти самые, смотрите, переплата. Переплата 805 гривен по газу. Но нельзя так бюджетные деньги тратить.